кто соблюдает пост в Рамадане с верой. Священный месяц Рамадан. В исламской религии наступило время строгого поста. Тем, кто его соблюдает, прощаются грехи. В это время верующие в течение светового дня воздерживаются от приема пищи, воды, от близости. Также нельзя курить. Каждый человек должен, альхамдулиллахи, в этом благословенном месяце должен делать побольше добра. Побольше добра, просить прощения Всевышнего Аллаха, делать благие деяния, помогать нуждающимся, страждущимся, и накормить бедных, помочь инвалидам. В Димитровград на время поста приехал гость из Турции. Селим, имам Хатыб мечети Султана в городе Кимры, провинции Анталии. Он в совершенстве знает Коран. К нам в город приехал обучать детей основам ислама, поделиться своими знаниями с верующими и молиться вместе с ними. Мы мусульмане должны быть только честным, справедливым, чтобы мусульман не должен ни врать, ни украсть, никого, ничего. Да, да, добра. Селим будет в городе в течение всего поста Рамадан, а в середине июля вместе со всеми мусульманами Димитровграда отметит праздник Ураза-Байрам. Юлия Лаптева, Тараш Куренко. Наше время.